Как вы поняли, сегодня у нас музыкальный день. Будем качать сегодня. Не знаю, что это значит, но будет, наверное, весело. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ache? Приехали в профессиональную студию звукозаписи. Сейчас запишем наш трекчик, а потом на него запишем клипчик. Да? Запишем? Приехали в профессиональную студию звукозаписи. Сейчас будем записывать трэпчик. Клипчик. Ага, ты, короче, берешь мою фразу, да? Нет, будь своим видеоблогером. Будь самим собой. Будь самим собой, Сёма. Да, мудрость на битве геймеров. Видосы снимаем, не прекращаем. Белый ноунейм на YouTube. Перед камерой совсем я не стесняюсь. Все, вечер пятого дня. Мы собрались просматривать клипчики с треками, которые мы сегодня записали, и клипчики, которые мы сняли. Вы уверены в своей победе? Нет. Да. Нормально, мы красавчики. Я просто там порвал всех. Слышишь? А они на фоне тверкали. Настолько их порвал, что... Вот так развивалось. Придется теперь удалять этот кусочек видео. Мне он нравился, а придется теперь удалять. Зацените, сколько людей парится над тем, чтобы у нас получился потом крутой контент на шоу. Ну, с тобой помериться камерами невозможно просто. Я давай покажу. Видно сразу, кто профессиональный блогер. Короче, результатом дня мы затащили. Наш трек понравился судье больше, и это очень приятно. А я еще и стал лучшим игроком в нашей команде. Первый раз на этом проекте. Блин, просто до сути. День 6. Называется гик-тусовка. Сегодня мы будем делать костюмы. Илье будем делать костюм Sailor Moon, наверное. Я так подозреваю. Почему? Просто больше всех похож. Если бы я знал, что это, кто это? Сейлор Мун, чувак. Сила Луны. Я в шоке с тебя. Я не знаю. Как ты? Это баба Химня. Ну. Обещает быть веселый день. Таксидомас. А ты будешь таксидомас? Будешь кидать розочки в него, мэн, и прилетать. И у вас будет любовь. Я буду не розы кидать, я буду кидать сосиски такие. Жирный таксидомас тиранит. Да? Все может быть на битве геймеров. Едем в магазин покупать всякое барахло для косплея, но там снимать нельзя, поэтому я вас тут оставляю, мы лучшие в мире друзья. В общем, я бы не хотел, чтобы вы задавали много вопросов, просто посмотрите на все. Во-первых, вот так, я не знаю. Что смешного? Я просто дал чувакам заценить. Ну ладно, а тут у нас прямой эфир идет. Прямой эфир с двумя профессиональными косплеерами. Сегодня будет жаркая вечеринка. А тут неожиданно Сеня Пудж. Давай, ульта. Пошел. Свежее ульта. Мясо. Нет, видишь? Ульта это он начинает топором махать. Только не сильно активно. Не сильно активно, чувак, он сломается. Хорош. А хук у тебя есть? Да, там лежит. Ну такое, если честно. С хуком такое себе. А я дал ребятам заценить. Вот тут так я. Вот так. А вот там мой плащ, вот, смотрите, на пуфике красный. Вот, короче, я же говорю, будет жаркая вечеринка. Ничего вы ржете?
Смотри, смотри, оно что паскуда уже. Уже одно съело, еще одно полезло. Она, вот смотри. Так нет, смотри, оно съело одну косточку. Я видел вообще. Одну косточку. Оно я не понимаю. Смотри, все хорошо. Оно вот это подавится, косточкой подавится, сдохнет, и будете все вы виноваты. Смотри, оно реально залезло на тарелку и съело... Прекращай называть его оно. Пол двенадцатого ночи, у нас еще идут съемки, и еще будет две. Одна – это обсуждение того, кто победил. Вторая – это обсуждение проигравшей команды, кто будет выполнять наказание. А потом еще синхроны, то есть интервьюшка с каждым по очереди. Где-то в 2 часа ночи все закончится. Все ради ютубчика. Съемки вечеринки окончены. Зацените, что происходит. Съемки окончены, но вечеринка продолжается. Вы... Да? Вы видите, что происходит? Съемки окончены, но вечеринка продолжается. Видите, что тут происходит? Это какой-то... Это безумие! Росомаха офигенно получился. Давай на камеру, работаем на камеру. Ее цензурная сестра. Это значит Лара Крофт, а это она душ принимает. Короче, Wonder Woman просто топ, реально. Мне нравится сзади она. Я тупо думал, что ты взял и купил эту тему. А оказывается, тупо все сделала. Офигеть. Какие-то русики. Ха-ха-ха. Прости. Чувак, давай. Леон Кеннеди. Леон! Бля, он поломан. О, есть ЦМ-ка. Сейчас ультанет. Сейчас ЦМ-ка ультанет и будет попрохладнее. То, что тут очень жарко. Вечеринка у нас, конечно, просто топ. Оператор-герой, значит, разруливал, командовал, говорит, скотины, работайте на камеру. Мы такие, да хорошо, и начинаем там что-то на камеру. Он такой, ладно, прощаю. Красавчик, давай пятюню. Вам нравится? Главное, чтобы вам нравилось. С вас лайки. И тогда я буду ходить каждый день на такие вечеринки. Нет, я не буду. Это мне хватит раз в год такого. О! Топовый Марио пришел. Сарказм. Ну, окей. Что ты хочешь? А не слишком ли ты слаб для такого удара? Мой друг. Непалевная реклама. Ты Шамекс? Да? Непалевная реклама. Да, типа. Ты Мекс? Итальянец, ты. Расист. У тебя потекли усы. Не ссы. Не ссы, твои усы потекли. Носи усы. Вообще, посмотрите, какой страшный. Блин, а то... Все, нет, это вообще тема. А у меня на видео оно выглядит реально сдалека. Да, как пиксель. Как пиксель, серьезно. Еще они такие в телесный цвет, реально. Движение Симпсонов знает, как будто, блин, 500-часовой игры в Симпсон. Сколько часов? Сколько часов? О, 6 лет до 24. Тут поняли, считается не сколько часов, а сколько лет в игре. Какой? В Симпсон. А, Соня. Я думал в Доте. А дай пиво, чувак. В общем, прошло все довольно весело. Чую, что мы немножечко проиграли. Сейчас мы будем, конечно, с судьями выбирать и решать. Но мне кажется, тут все понятно. Кстати, я сегодня танцевал нижний брейк и немножечко повредил одного из операторов. Мне так сказали, но я даже не помню, когда это произошло. Какой... Вот это срач здесь, капец. Что здесь? Ох, маха! Как это все убирать? Какой-то... Это капец. Завтра день уборки, день игры, день уборки. Где челлендж, кто быстрее уберет дом? Не, ну это просто с разгону, короче, всякий шлак сюда. Я, а что это за тазик, подожди? А нахера они это накидали? Подожди. А что? Что вот это такое, мне интересует, для чего это было им? Бананы они делали. Не, вот это, что это? Бананы в шоколаде. И хавали, типа? Вот тут лежат бананы в шоколаде. А, типа на вечеринку покушать можно было, да? Вот банан я съем, кстати. Чипсы. Чипсы.
Не, это вообще жесть какая-то, боже, тут такой ад, реально какой-то мусор. Блин, это как... Путь, короче, вообще. Идем висеть. Ну давай висеть. У-у-у. О, подожди, тут чувак сидит, монтирует. Это сегодня день удивлений на втором этаже. Заходишь в комнату, тут чувак сидит, монтирует. Ты видела, что у тебя в комнате чувак какой-то? Нет. Тут серьезно, тут... Вы мои монтажные вообще, а не я в вашей комнате. Тут какой-то чувак реально завелся, может от сырости даже было это. По максимуму использовал планы стерильные, чувак. Ты в порядке? Что? Что? Жалко кофту немножечко. Что вообще, чувак? Что? Что и как вообще? Хочешь попробовать? Это Дема Спарта, бро! А, чувак! Ты сказал заварить бокал? Ну не ванну же заварить, мирины! Проект закончился. Если вам интересно мое мнение, эмоции, все, то в самих эпизодах, в самих выпусках все правда, что я говорю, я ничего не придумал, не надумывал. Так что если там какая-то интервьюшка, я что-то рассказываю, то это, в принципе, все правда. Поэтому здесь я не буду вам повторять. Вам спасибо за поддержку, если вы голосовали за меня или как-то поддерживали меня. Мне действительно это очень приятно, типа, что-то жмете там за кого-то, типа, в интернете. Короче, пока.